Машенька, где ты, Машенька? Машенька. Машулька, беги сюда. Так, знакомься, Алексей, это Мария. Вы не смотрите, Мария. Она девочка сильная у нас. Маш, покажи мышцы. Вот так. Алексей, покажите мышцы. Нет. Вот, я стесняюсь. Вот, боится. Я стесняюсь, уже. Да. Ну, на самом деле, все просто, да. Маш, знаешь правила хоть? Побеждать. Тебе нужно руку ему, ну, ты знаешь. Не сломать. Главное, да. Береги чемпиона. Давайте. Сейчас просто сравним на самом деле. Погодите, специально выращенный чемпион не дотягивается до стола. Итак. Так, для начала просто сравните руки. Женский армрестлинг. А правила такие же? Да. Чуть-чуть не хватает Алексею для победы, для уверенности. Отлично. Мария, стальную хватку, как мы репетировали, помнишь? Давайте. Понеслась. Фух, локоточки сейчас, на одну линию, пожалуйста. О, красота, молодец. Знаешь. Алексей, вы помните, да, ведь? Да, я постараюсь, да, что-то сделать, давай. Фух, Маш, с Богом. Давай. А кто сомневался? 23 года, дальше... 23. 23 года готовимся на бабах. Через 24. 23 года Алексея приглашаем на дуэль в Сочи, бабы. Бобы, все. Поесть бобов? Да, поесть бобов. Алексей Воевода, первый молодежный, спасибо, что были с нами. Всем пока, удачи. Пока. Ура, спасибо большое. Пожалуйста.